одну только единственную цель – получить в жизни клочок земли. Я приехала из Узбекистана, и в течение полутора месяцев, из конца в конец Крыма разъезжаясь, осталась я вот в таком состоянии, как сейчас. По состоянию на 1 июля 1992 года в очереди при Алуштинском горсовете стоит 2196 крымско-татарских семей, в том числе 272 семьи на жилье. Тормозите или хуже будет.